Я вновь рад приветствовать всех подписчиков и зрителей нашего канала. Что ж, мы с вами продолжаем наш второй сезон, продолжаем погружение в XCOM 2. И давайте я вам расскажу, что произошло за кадром. Я же думал о том, что делать, куда полететь и так далее. Пока думал, пролоббировал такую ситуацию у нас на станции. Расчистку инопланетных обломков справа, слева попробовал инженером. Так как, чтобы узнать сроки, сколько будет занимать по срокам расчистка того или иного отсека, надо сначала туда инженера поместить. В общем, методом проб поместил сюда. Значит, слева у нас, где требуется один инженер, 30 дней копается будет, если мы начнем копать. А справа, где у нас два инженера требуется, копаться будет 60 дней, если мы начнем сюда копать. Но я пока что вернул инженера на 80-дневный срок экранированной энергокатушки. Через 2 дня освободится второй, туда же и выпустим. Ну и, соответственно, говоря о инженерах, деньги потратил я, часть денег я потратил на еще одного инженера, купил у нас его в том секторе, где находится база сопротивления. Вот, потом слетал на черный рынок, соответственно, так как потратился на одного инженера нехило. Продал разведданные, помните, у нас их 70, кажется, было. В общем, стало меньше. Купил опять за них материалы. И эти материалы героически, опять же, потратил на новые тактики в школе наших партизанских тактик. Так, потратил на расширение отряда размера и еще какой-то, не помню, взял. Перк, который не шибко много стоил. Ну, в общем, денег хватило, но теперь всего осталось мало, и материалов, и разведданных кот наплакал. Мы даже сектор не сможем найти, материалы разведданные освоить. Здесь чем надо как-то что-то делать, думать. И думать особо не пришлось, так как долетел я только до черного рынка, и у меня вылезла вот такая вот фигня. Сектор Федерации 19, нас тут просят посетить этот сектор и нейтрализуйте цель в транспортном средстве Адвента. Не знаю, чего там нейтрализовать, но дают неплохие барыши. 188 материалов, 89 разведданных. Давайте полетим туда, так как такие операции появляются ко времени. То есть она может исчезнуть в любой момент. Setting course for Sector 1, the Arctic. И, как вы видите, воевать у нас, в принципе, некому. Остались 3 новичка, еще не качанных. Вот нам их компьютер дает. И 3 наших снайперов. То есть тот народ, который был вдали от взрывов и перестрелок, так сказать, кого не зацепили, не задели. Либо задели, но уже вышли, успели с лазарета. Так, ну и, соответственно, ими и пойдем. Сейчас, наверное, вот пип-бою всунем аптечку, которая у нас имеется. Он ее героически будет таскать, кого-нибудь лечить. Ну и, как вы видите, еще у Джета есть всякие навороты на оружие. Это я поставил то, что мы привезли с миссии тем, кому посчитал нужным. Так, дальше. Что еще? Ну, остальные, наверное, будут с гранатами. Единственное, что я еще не сделал за кадром и сейчас вспомнил. Спанки я говорил, что поменяю. Он глаза просил темные сделать, зрачки. И аксессуары, кепку ему одеть, да? Пожалуйста, спанки. Глаза темные, кепка на лице, ну, не на лице, а на голове. А вот. Что, погнали?
Skyranger deployed. In position for deployment. The Resistance has asked that we intercede in dealing with a VIP thought to be working with the aliens. The target is being moved by Advent forces through this area via one of their transport vehicles. Capture the VIP if possible. Engage as needed. Don't let the alien forces stand in your way. Ага, короче, все понятно. Тут нужно захватить либо ликвидировать ВИПа. И из-за того, что он вражеский, его можно либо захватить, либо ликвидировать. Вот я только не помню, вражеские ВИПы потом приходят к нам на службу. Либо мы их можем только допросить, узнать о каких-то объектах разведданных. Ладно, не суть, что будет, то будет. Главное сейчас не просрать нам миссию. У нас три новобранца идет, а это как бы не айс для таких миссий. Ну ладно, попробуем. В принципе, городская зона. Будем надеяться на открытое пространство, наличие каких-либо возвышений, укреплений для снайперов. Посмотрим, в общем, тактика пока что непонятна. Ладно, высаживайте. Погнали. Menace 1-5, target location confirmed. Move to engage. Eliminate all hostile contacts. Ага, машина ВИПа прямо по курсу, зона эвакуации здесь, по этой улице. Так, крыша у нас тут, на нее как бы залезть можно, но я думаю, долго ходы потратим. Здесь крыш нет, то есть край зоны, нам в принципе подвоха ждать неоткуда. Давайте тогда пойдем прямо, вот так, чтобы вообще прямо-прямо. Так. Двигаюсь к указанным координатам. Сначала снайперов, наверное, пододвинем. Бегом! Так, отлично. За дело! И теперь... Мчусь туда! Наших новобранцев. Приказ получен, командир. Задача ясна. Задача ясна. Without the introduction of human DNA, these creatures once operating under the guise of Fen Men now show their true form. A purely reptilian species. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration unit anymore. Я уже там. Вас понял. Выдвигаюсь. Так. Бегу. Бегом. Выдвигаюсь. Ну, вроде бы как позиции заняли, да? Ох, я там вон вижу еще группу народу около лимузина. Так, как бы не спалились, оно и хорошо, да? Я весь внимание. Готовность номер один. Сканирую. Ясно. Буду начеку. Так. Готовность номер один. Джет, у тебя есть руки молнии. Давай-ка. Отличник. Максимум выжил из пистолета, 3 единицы урона. Ну, теперь обстрел. Давайте, ребятки.
Отличник. Так, Мэткэт. 5 урона, отлично. Объект уничтожен. Так. Хорошо. Хорошо. Этот вышел из игры. И это очень хорошо, что он вышел из игры. Так, теперь кто у нас тут крайний? А. Мы еще Джета можем поставить на боеготовность, да? Ну, отлично. Это очень хорошо. А можем ли мы тебя куда-нибудь... Вот сюда. Уже вот. Иду. Так, ты там не видишь пока что никого, ладно. Ясно. Буду на чеку. Так. Ясно. Повеселимся. Снайперов сейчас выставим, но они здесь у нас будут сидеть. Так. Можно начинать. Держу сектор. Готовность номер один. Держу сектор. Готовность номер один. Действую. Пока что сидим этот ход. Так, теперь снайпера заряжены, готовы. Давай сюда. Спанки тебя прикроют, не волнуйся. Просто нужно поднять всякие интересные штучки. Так, а ты там никого не видишь? Серьезно? Ну ладно. Слушаюсь. Так. Target identity confirmed. Menace 1-5. Remember, we're here to capture the VIP if possible. Knock them out and bring them in. Вот это уже не очень айс. Так, 92, да? 72, 68, 92, конечно, работаем. Давай, Мэткэт, не подведи. Отличник. Дырдочку проделал в стенке, уже будет попроще следующему стрелять. Так, теперь пип-боя проверим. Ты только випа видишь? Серьезно? Окей, тогда боеготовность. Держу сектор. Так. Джет у нас видит рейх. Випа нафиг не нужно. Можешь этого снять, можешь того, да? Как бы солдат адвента — это интересная вещь. Так. Копейщик 46. А ну-ка подойди сюда. Слушаюсь. Мы вот так вот сделаем. На, жри. Кушай на здоровье, надо говорить. Как же ты так? На, жри прямо. Это не есть год. Так, теперь. Джет, ты должен видеть того, да? 79 также, да? А кто у нас еще из солдат? Окей. Боеготовность. Так, Джет, ну надо убить его. Постарайся. Давай, будь красавчиком. Отлично, Джет, отлично. Другого я от тебя не ожидал. С ним разобрались. Так, здесь вроде как бы все прикрыты. Этот сейчас пойдет с фланга обходить. Так, мимо.
Пи-бой. Давай, Тёма, давай. Отличный выстрел. Так, что будешь делать? Зомбака поднимает. Это нормально. Так, окей. Кто у нас хорошо его видит? По идее, должен как бы Пи-бой его хорошо видеть. Серьезно? 72%. Ну попробуй. Да, промазал, но зато укрытие все снял. Теперь может любой солдат его прикончить, в принципе. Это хорошо, это мне нравится. Так. Меж тем нам надо подходить как бы ближе к ВИПу, да? Так, клепак, давай сюда. Ну как, спанки, попробуй. Отлично. Ура! Так, повышение. Зашибись. Теперь, ребятки, вас нужно перемещать. Выдвигаюсь. Так, Маничелло. Ясно. Давай сюда. Мэткэт. Давай Понятно. Сюда. Понятно. Уже двигаюсь. Так, перезаряжайся пока, Джет. Смена магазина. Отлично, это тебя ход не тратит. Давай вот Уже сюда. Иду. Еще поближе подойди. Так. Так. Кто у нас отвечает тут за отруб данного ВИПа? Блин, как бы так тебя развернуть, чтобы видно было поинтереснее? Иду. Так, руби. Извините, женщина. Но это было необходимо. Направляюсь на точку. Так, отлично, отлично. Спешу. Бегу. Ох, а чё я туда-то бегу? У меня точка же с другой стороны крыши. Точно, а я туда бегаю. Вот я. Вот я, ох. Так. Я пошел. Скоро буду. Так. Завожу мотор. У них подкрепление. Серьезно? Прямо в зону эвакуации? Menace 1-5, we're picking up an enemy transport inbound on your current position. Так, 5 ходов. Это серьезно мало.
Бери его. Мадам, пойдемте со мной. Так. Да, сэр. Тишина, да? Окей. Блин, а вот фиг его знает, что там у нас. Сейчас я поднимусь. А там, возможно, кто-нибудь нас ждет. Даже так же может быть. Ну-ка, давай. Так, ясно. Давай сюда. Иду на точку. Бегом. Перезарядился. Буду на страже. Ну-ка, ну-ка. Кто там у нас? Добрый вечер. Смотреть по сторонам! Куда пошли? Ну-ка, Джет. Стопани их. Вот так вот. Еще раз кого-нибудь, нет? Я ж тебе зону поражения сделал. Ну да, давай. Во второго, в третьего. Отлично. И третьего. Третий еще. А, не успел, да? Ну ладно, хотя бы одного ранил, второго убил. Уже хорошо. Куда-то нас камера непонятно отвела. Ладно. Так. Вперед. Опа, я... Мне показалось, или я там вот видел где-то еще ячеечки такие вот нездоровые противника. Не матерись давай. Готов. Вот так вот. Конечно. Готов. Так. Кто-нибудь его видит? Ну, только ты, да? Ладно. Окей. Иду. Трахуйте. Больше не рыпается. Ну еще бы. Так, повышение, отлично. Ребятушки. Вас понял. Надо лезть, надо лезть. Есть, выполняю. Так, медкет. Давай куда-нибудь. Понятно. Сюда. Уже двигаюсь. Так, эвакуация. This is Firebrand. VIP is secure.
Три хода, но я так видел, там что-то моргало такое красненькое, да? Вон они, видите? Командир, еще какая-то фигня. Но мы туда не пойдем. Три хода у нас осталось, надо всех эвакуировать. Пора пробежаться. Идите в пень все. Мне пофигу. Иду. Выполняю. Тем более, что мы с миссии пришли все живые, не ранены. Поехали. Это вообще супер. Наверное, все получат повышение. Главное только не давайте мне больше снайперов, потому что у меня будет шок, если мы сейчас с миссии вернемся и кого-то еще до снайпера повысят. Четвертый снайпер, это уже, мне кажется, перебор будет. Вот такая молчаливая эвакуация у нас. Никто ничего из них не сказал. Ну да, 9 из 12, троих, значит, там трое человек в пакетике осталось. Нас ждать с той стороны дома, но мы туда не пошли. Ну и как бы пофигу, зато безупречно. Да, я тоже думаю, что отличная работа. Так, у нас 1, 2, 3, 4 повышения. О, я думал, только троих повысят. Давайте пип-боя, раз уж. Меткий глаз, руки молнии возьмем. Выстрел с небольшим штрафом меткости для значительного увеличения урона. Ну, как бы нет. Руки молнии нам, снайперам, нехило помогают, когда нужно стрельнуть перед выстрелом и снайперкой с пистолета. Вот как, допустим, сейчас Джет это нам продемонстрировал. Хода не потратил, но из засады 3 хп снял. Так, погнали дальше. Спанки Хам. Позывной, соответственно, Задира. И он у нас повышен... Вернее, присвоен ему класс гренадира. Выстрел гранатой. Перк получен, отлично. Дальше. Валентин Клепак, специалист. Окей. Так. Павел Кошкин, позывной Серафим. Рейнджер. Ну, в принципе, неплохо. Нового снайпера не появилось, как я и заказывал. А все остальные нам понадобятся на миссиях. Ну что, Сильва Мартинес? Не думала, не гадала, что тебе мужик по роже заедет, да? Потом на плечо и в волок. Вот так вот. А оказалось, мы не насильники, а просто спецотряд. Так бывает. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Impressive work. Окей, что мы отсюда еще привезли, кроме материалов? Сопротивление в долгу. Так, за успешное освобождение VIP-адвента, который даст нам немало ценных разведданных. Ну окей, хотелось бы, чтобы он нам, допустим, про какой-нибудь сектор, где находится завод, рассказал вот этот VIP-адвента, чтобы мы о нем узнали и полетели туда, не осваивая сектор. Вот это было бы круто. Так, доступные ресурсы. Мы, говорит, все еще не забрали даже ресурсы. Но ресурсы не столь важны, они у нас накапливаются. Даже если мы их не забираем, на том же самом месте их просто больше становится к следующему разу. Так, материалы, еще 6 дней. Ты смотри, везде материалы. Прямо заматериалили нас. Но нам при этом, при всем, нужно еще здесь установить контакт. Я за то, чтобы устанавливать контакт и вот этот вот завод ликвидировать. Он нам иначе подосрет.
Commander, as of right now, we don't have enough intel to get a solid bearing on the local resistance forces in that area. 160 разведданных, да? Мы сейчас здесь находимся. Давайте один день покрутим. Setting course for the Arctic territories. Один день покрутим. Так, 126, да? А нам нужно 160. А здесь нету нигде разведданных, только материалы, да? Только материалы везде. Блин, ладно, тогда радиотранслятор стоим. Делать нечего. Чё время-то зря терять? Так, расчистили нам обломочки. Обломчики наши расчистили. Так. Вот сюда, конечно же. Так, расчистка обломков нам... Ну, извиняюсь, не принесла никаких разведданных? Вроде нет. Так, 44 дня. Ну, уже легче дышать, да? Через 9 дней еще станция связи сделается. Вообще замечательно. Так, подождите, подождите. Вернемся в штаб. У нас же есть материалы. Есть пустое место. Что мы можем на нем построить? Центр военных технологий. Это нам что даст? Солдаты при повышении в развитии могут случайным образом получить способность другого класса. Кроме того, если назначить в этот отсек инженера, раненые будут восстанавливаться быстрее. Вот это было бы очень даже нехило. Так. Троечка, да? И мы как раз по энергии выходим в пик. Ну и ладно как-то. Пофигу. Так, 42 дня не пойдет. Так. На 50% увеличилось. Вернее, уменьшилось время. 21 день. Ну вот это уже более-менее нормуль. Так, радиотранслятор. Опа, отлично, у нас как раз таки данные расшифровались. Зашибись. Нифига себе, 135 данных. Офигенно, офигенно. Есть еще такая же фигня? Вот, да. Еще планшет. Я думал, что вы сделаете этот исследователь приоритетом, командир. Я предупрежу вас, как только отчет доступен. Нормуль все. Так. Теперь мы что-нибудь в партизанской школе можем? Месть. Так. Если союзник погибает или получает критическое ранение, солдаты в отряде... получает случайные бонусы на 2 хода. Ну, лучше бы вот это взять. Ну, в принципе, почему бы и да, почему бы не месть. А подождите, нам на развитие региона, или на исследование, там материалы не нужны? Нет, материалы нужны на строительство маяка, ретранслятора. А на то нужны разведданные. Окей, тогда берем месть. Пусть будет. Так, здесь построили радиотранслятор, отлично. Отличненько. На 73 материала доход вырос. Офигенно. Офигенно. Так. Теперь. Нам надо лететь устанавливать контакт.
Setting course for Eastern European Ward. Фух, тарелочка нас не заметила, нас пронесло, можно так сказать. 8 дней, пофигу. Attempting to establish local regional contact. Так, новые цели, окей. Уничтожить ретранслятор пришельцев, быстрая реакция, подкрепление на всех партизанских операциях, ну как бы на него пофигу, на подкрепление. Так, скрытое событие. Предотвращает события, 103 разведданных. О, вот это прикольно. Заберите предмет с объекта Адвента, и сюда бы на эту миссию нам кого-нибудь из наших, так скажем, специалистов взять. Вот это было бы круто. Давайте подтвердим. В принципе, в соседнем секторе лететь недалеко. Так. Так, давайте всех уберем. И посмотрим, кто у нас в строю. Так, Джет. О, шериф освободилась. Отлично, так. Мэтт Кэт. О, Алексей Чашников освободился. У нас два рейнджера вышли из больнички. Отлично. О, нет, подожди. А, ну да, два рейнджера. Два рейнджера. Гренадир, рейнджер. Ну, а специалист у нас только Валентин Клипак. Вот он, наверное, и пойдет на задание. Потому как остальные спецы в больнице еще. На нехилый такой срок. Да. Берем тебя как специалиста, Джета берем как снайпера, знающего толк. Так, теперь... Давайте спанкинг, гренадир у нас... Так. Рейнджера возьмем, его подкачать нужно будет. Так, еще одного снайпера. Так, ну и давайте еще одного гренадира. Вот таким составом попремся мы на эту миссию, но это уже будет у нас в следующей серии. А пока что на этом, в этой серии все. Я с вами прощаюсь, ставьте пальцы вверх под видео, пишите ваши комментарии. Всегда интересно их прочесть. Что ж, увидимся с вами в следующих сериях. Пока что все. Всем вам добра и пока-пока.